В Лечгородке сегодня утром загорелся пищеблок. Очаг возгорания находился в помещении для сушки белья. Пожарные тушили огонь почти полтора часа. В небольшом помещении на сушилке висят лоскуты обгорелых тряпок, стены в копоти, от деревянного пола остались только черные угольки, все в дыму. Пожарные работали в условиях нулевой видимости. Для выхода дыма из помещения разобрали даже крышу пищеблока. Угрозы распространения огня на больничные корпуса с пациентами не было, никто не пострадал. Сайт МВД пишет, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.